кто хочет побороться за пьедестал в Open забеге, подойти чуть ближе ко мне. Я буду стоять прямо перед аркой. Если вы хотите получить удовольствие от трехчасового бега с препятствиями. Сколько пройду, в общем. Никаких и вот задач момента, не ставлю. Когда вам в детстве говорила бабушка, принеси мне водицы, и вы не хотели тащить это коромысло, а сегодня вы за это заплатите. Привет! Здравствуйте, вот встретила звезду. Вот, я начинала подготовку к гонке. Спасибо вам большое, вам победа. И вам, кстати. Кто последний там в очереди? Ну, ребята, я же предупреждал, ну что вы? У вас еще есть 20 секунд. Поехали. Один. Быстрее делайте, вы что? Два. Быстрее, кому сказал? Три. 10. На старт. Внимание, побежали. Yeah.
привет. Горочка. Все пешочком идут. Так, интервью. Меня зовут Саша. Так. Благодаря Саше. Ага. Он один из тех, кого я смотрел и, собственно говоря, начал бегать эти гонки. Вот, очень крутой канал, советую подписываться. Спасибо. Вот человек взял и прошел самые сложные препятствия. С первого раза, да, получается? Ну, ты первый раз приехал. Первый раз, да. Ну, красава, это сильно. Помочь или что? Что? Ага. Прошел препятствий 6 или 7. Хорошо, что 10 бёрпи сегодня штраф. Хотя категория open, я думал, вообще обходить можно будет. Подвижемся дальше к финишу.
надо добирать до конца? Да? Ну 2.24 я фигачу уже. Привет, с Бизон Рейса. Дистанция лонг пройдена. Не сказать, что это было очень легко и очень продуктивно. Все-таки много чего сегодня не получилось. Надо, конечно, больше тренить, меньше пагубных всяких привычек по жизни. Вот. Но всем благодарю за просмотр, всем, кто узнал, передаю огромный привет. Андрюхе за то, что съездил со мной. Вот, организаторам, что такое классное событие проводится до сих пор. Все, мы добежали и едем в Go Home. Андрюха, все, yes. Все, подписывайтесь на новые ролики, ставьте лайки. И будьте здоровы, бегайте гонки с препятствиями.